Где Резников? Резников, where are you? Где ты, а? А ну-ка, жду его приглашения. Где он? Сейчас будет. Так, Мансуров на участие. Нет, Мансуров не обессудит. Резникова ждем мы. Где Резников? Резников! Как в этом, Гектор! Гектор! Резников! Давай подключайся, где он? Сейчас будет. Долго он что-то вот... Может, уже закинул, посмотри. Если он на бой, тоже так будет идти долго. Где? Заявки, где? Вон они там, где люди. Вот это? Если он на бой, тоже так же долго будет идти. Где? Не вижу, Резникова не вижу. Резников. А если он подписан должен быть на меня, да? Ну-ка, да я думаю, подписан на тебя. Он не подписан, по-моему. Он блатует, он не подписан. Сейчас, короче, мы ждем Резникова, пока он отправит мне сюда эфир, совместно сделаем мы. И пообщаемся раз на раз, короче. О, сердечки. Что это вот отправляет? Вот он. Принимаю. Где он? Вот я принять сделал. Поиск. Все. Резник? Да, рез. Давай, рез. Рез. Вон он. У-у-у-у. Мы его нашли. Нашли его. Ожидание. Это у него, походу, связь была тяжелая. Да? Вот он, лысый. Лысый хищник, еще один, да? Ага, подписан по-любому. Ты че? Да, я тоже сейчас подключусь, я тоже подпишу. Мы пока с тобой чуть блатовали на этой спортивной теме. Типа, мне неинтересно, мне тоже, типа, да, нормальная суета. Артем, вот ты скажи, вот 11 тысяч человек хотят услышать. Закрой комментарий. Давай, сейчас. Все, газуй дальше. Итак, Артем, да. Ситуация какая? Ты приглашаешь меня спуститься в 77, сам хочешь подняться в 77, при этом сейчас ты весишь 83 килограмма, причем чувствуешь себя комфортно, как я вижу, да? Такое удовольствие такое на лице, да. То есть 83 килограмма это твоя отметка, то есть, в которой ты себя... Довольно неплохо чувствуешь, я тебе по кайфу. А мне к этой отметке надо будет погонять вес, как бы. Вот. Ага. То есть, взвешусь я с тобой, буду весить 83 килограмма. К бою я весить буду где-то 88-500. Вот приблизительно тебе цифру говорю. Это же нормальная ситуация, правильно? В принципе, нормально. То есть, мы можем 83 сделать с тобой противостояние, так и? Ну, мне придется чуть набрать, тогда я еще больше кушать не буду. Смотри, но окей, это же нормальный разговор, да? Тогда мы вот твое предложение, типа, спускаться в 77, чуть-чуть перефразируем, сделаем. Давай, жду тебя 83, я поднимусь, а ты спускайся 83, да? Это килограмм, Артем, я тебе еще скидку сделал, как бы. Так я на 83 ни с другим не согласился, просто мне понравилось, как ты газанул, я думаю, КГ надо сбросить для Артема. 1 килограмм сверху. Окей, и думаешь, и как ты вообще оцениваешь свои шансы в таком противостоянии на 83 килограмма? Люблю левшей. В правую ногу лучше хожу, чем левую. Я со справой хорошо стою, если честно, Артем. Вообще хорошо стою. Вот если в правую заходят, там проблема начинается. Слева еще варианты есть, как бы, что-то можно придумать. Ну Артем, вот. Я могу тебе перед боем, смотри, чтобы ты правильно решение принял, я могу дать тебе один раз взять ногу, посадить меня. То есть встанем, я тебе отдам ногу. Если посадишь меня с ноги, с правой, вот этой, с которой ты хорошо работаешь, тогда есть смысл в этом противостоянии. Если ты меня из 3 раза не посадишь, из 3 хотя бы 1 раз не посадишь, то это не нужно, я думаю, уже, правильно? Все, согласен, 100%. Порешали вопрос? Подожди, какое предложение есть. Три раза с ноги. Окей, но при этом я тебя приглашаю. Слышно? Там мне звонят, прерывают.
Так, я приглашаю тебя на свой подкаст. Все. Мы проведем с тобой, чуть-чуть пообщаемся на актуальные темы, так между собой пообщаемся, может, чуть-чуть. А после все. Мы встанем три раза с ноги, три раза с правой ноги. Все, я договорились. Я понимаю, ты хочешь взять мою правую ногу. Правую ногу чисто, да? Все, окей. Я тебе говорю. Дорогие друзья, назревает серьезный контентик, дорогие друзья. Артем, ты молодец, в правильном направлении двигаешься. Я поддерживаю такую суету. То есть, тут уже... Я болею. Ай, от души. Но смотри, Артем, ты не думаешь, что я думаю, что ты 83 килограмма, что я там, например... Я уже был в той ситуации, когда ты маленький, когда тебя недооценивают, когда думают, ты не сможешь. Поэтому не думай, я расслабляться ни в коем случае не буду. То есть, если со мной еще меньше, чем я еще больше работаю, потому что это гораздо неудобнее, чем если человек выше тебя. Я понял это. Мы же привыкли чуть-чуть, когда выше нас так работает, да. Даже, поэтому нам более так, привычно. Ниже меня просто нету, так у меня 61 спускаться. Ну, у нас ситуации похожие с тобой в ММА, на самом деле. Вот, и мне кажется, это было бы такое интересное столкновение. Вот. Обещаю не набирать больше 88. То есть там у меня будет преимущество, ну, максимум там 4 килограмма. А я дрался, он преимуществом 23 килограмма была у меня ситуация. Тут как бы вопрос лысого хищника решается, как бы, поэтому... Да? Артем. Я вам даю супер предложение сделать. Артем, у меня еще есть, помимо вот этой вот истории, супер предложение. Я предлагаю организовать гран-при по грэпплингу. 8 участников с главным призом. Давай мы его сейчас теоретически назовем главный приз 1 000 000 рублей. Приз забирает один. То есть за участие не платится никому. Приз забирает один. Вот смотри, кого я вижу. Мага, ты, Юсуф Раисов, Эдик Вартанян, Али Багов, Альберт Туменов. Дураева я бы Альберта пригласил сюда. Что происходит? Как тебе такая идея? 8 человек, гран-при, на выбывание, приз забирает один. Ты согласен поучаствовать? 100%, я в теме. Отказываться, конечно, я уверен был. Ты согласен поучаствовать? Конечно. Приз один забирает. Приз один забирает. Все, да, все поддерживает тему. Согласны? Вообще пушка разговор. Делаем какую-то промежуточную весовую категорию. Сразу дайте сразу. Сейчас давай, я думаю, это можно организовать до Нового года. Мне кажется, это хорошая идея, это по грэпплингу. Ну, то есть тут, я думаю, вариантов травмироваться достаточно мало. Идея хорошая. Всех топовых российских бойцов мы соберем. И организация за мной. За мной. Организация за мной. Короче, ладно, он организовывает, а я забираю все доходы. Вот, мне кажется, такая идея вообще супер. Будет очень крутой турнир, мне кажется. Артем, окей, что, давай чуть-чуть пообщаемся. Что скажешь по поводу своего противостояния с Юсуфом Раисовым? Ну, Юсуф хороший боец. Мне было интересно с ним разделить клетку. Но ты считаешь, это спорный вопрос у вас? Спорный, ну, то есть близкий бой. Я не считаю, что второй, третий раунд забрал, потому что второй был раунд тейкдаун и 2 минуты контроля. Ну, смотри, а ты смотрел Вартаняна противостояние, Вартанян-Коков? Да, смотрел. Вот ты можешь связать два противостояния, например, Вартанян-Коков и, например, Резников-Раисов? Связать можешь? Похоже, но единственное, Коков не мог контролировать на спине Эдика. То есть Эдик сразу вставал. Ну, смотри, там мне показалось, в случае Вартаняна с Коковым, то есть там больше оценку сделали на ударку, как будто бы. Ну, то есть оценили больше ударную технику. А в вашем противостоянии как будто больше оценили чуть борцовские навыки. Нет, ну, я делал контроль, и, в принципе, я в ударке не считаю, что я уступал Юсуфу. Я тоже шел в размен и бил. Ты второй раунд пересматривал сам, бой пересматривал? Да, пересматривал, да. Второй раунд пересматривал, там не уступил в ударке ты чуть-чуть, не был хуже, не показалось? Мне кажется, нет, единственное, что он шел вперед. Ну, то есть он оказывал давление, а ты вторым номером работал. Да, я вторым номером работал, да. Да, но это нормальная ситуация, ММА, кто-то работает первым номером, кто-то вторым, это понятное дело. То есть,
давай, оцениваем, это оценивается, правильно? То есть оцениваем прессинг. Прессинг да, оценивается. То есть тот, кто первым, то есть тому чуть-чуть больше активность даем, тот, кто первым номером работает. Окей, в чем конкретно ты считаешь, что ты чуть-чуть забрал этот раунд, второй? Ну, я считаю, есть такая тема, как ущерб, да, и как... Ущерб. Да, ущерба никого не было из нас, в принципе. Да, это я видел. Слэм, тейкдаун такой, прям как слэм. Я поднял его и был контроль. Контроль был около 2 минут, ну, то есть 40, что ли. Ага, ага. Ну, в смотри, принципе... окей. Это был хороший бой, хорошее противостояние. Юсуф не против, что судьи оценили так это противостояние, значит, все нормально. Смотри, Артем, кто для тебя представляет угрозу? Меня не считаем, я для тебя серьезное испытание. Просто вот в твоем весе, кто представляет для тебя наибольшую угрозу? Вот сейчас, если считать, что ты прошел Юсупа Раисова, если не будем считать, что могут сделать незамедлительный реванш, например. Ну, я считаю, 70 килограмм сесть. И, допустим, Абдул-Азиз сильный очень, Хусейн Халиев. Ну, с Хусейном... кем бы ты хотел помериться силами? С Абдул-Азизом или... Ну, с чемпионом, наверное, да, уже? С Хусейном я не хотел бы драться, мы хорошо близко общаемся. Я бы в любом случае ни за пояс, ни за что с ним хотел бы драться. Окей. А что для тебя интереснее, например, бой за пояс или бой с Магомедом Исмаиловым? Бой с Магомедом. Ай, блин! Какие пояса не нужны? Это правильный ответ! Так, окей. В таком случае, мне приятно с тобой пообщаться. Оставлю чуть-чуть, немного вопросов для подкаста, то есть, чтобы мы с тобой потом не сидели и просто так друг на друга не смотрели. Проанонсируй гран-при еще раз. Все темы не будем сейчас разжевывать. Нам еще есть о чем поговорить. Так вот, хочу анонсировать, я обязательно займусь вопросом грэпплинга, то есть восьмерку, где примет участие Артем Резников, который уже согласился. Я там буду, Вартанян не откажется, я знаю, он очень любопытный, ему будет интересно. Трое, как он там? Юсуф Раисов четвертый. Юсуф Раисов четвертый, Дураев пятый. Дураев и Али Багов, самая подходящая восьмерка. Седьмой, восьмой, кто еще? Мне кажется, Иса Умарова надо брать в восьмерку. Иса Умаров, то есть он хороший грэпплер, он с ММА тоже, и мне кажется, он будет в тему. А сделаем, ну он большой парень, он 100 килограмм. Он очень большой, это очень много. Окей, не берем. Я Иса думал, Умарова. Туменов было бы прикольно еще. Туменов, и еще один, и Токов. Токов тоже был бы интересен побороться. Окей, с нами Артем Резников, Возможно, будущий лысый хищник, возможно. Нет, он и сейчас лысый хищник. Артем, ты однозначно лысый хищник, однозначно хищно двигаешься, все правильно делаешь. Прям хочется прям зацепиться за то, что ты предлагаешь, потому что ты это правильно предлагаешь. А душой рад был тебя видеть. Скоро еще увидимся. У меня на подкасте скоро Артем Резников. Артем, рад был тебя видеть. Спасибо. Благ тебе, хищник. Адрес. Связь. Так, как мы теперь сохраняем этот эфир? Совершаем. И сохраняем. Да?